Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Realme 12 Pro. И сейчас я покажу вам, как включить и настроить режим «Не беспокоить». Итак, свайпаем вниз, ищем здесь режим «Не беспокоить». Находим и, нажимая на него, можем его включать и выключать. Если зажмем на нем пальчик, перейдем в настройки данного режима, где можем настроить расписание. Можем нажать на плюсик, поменять название расписанию, выбрать время начала, время окончания и повтор. Далее можем настроить исключение для режима «Не беспокоить», то есть выбрать пользователей, контакты, приложения, от которых будем получать уведомления. Также можем включить звонок при повторном вызове, то есть если кто-то будет перезванивать нам в течение 3 минут, мы получим сигнал. И можем выключать мультимедиа в режиме «Не беспокоить». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.